Сами себя они называют якудза. Полиция использует куда более прозаичное определение – организованная преступная группа. В Японии их 24. Нелегальный игорный бизнес последние 15 лет числился в международном розыске как особо опасный преступник. В Японии он, говорят, принадлежал к верхушке самого многочисленного мафиозного клана Ямагути-гуми. В 2003 году японская полиция объявила Сираи главным подозреваемым в громком убийстве другого авторитета, связанного с тем же кланом.白いジャケットにハットという夏の装いで現れた篠田組長。捜査関係者によりますと、このあと総本部で直系組長らと会合を行った。組員が出迎える中、神戸市の